мы наступаем, бежим за отступающими немцами. Только вбежали все. А я спортсмен был, я был очень резвый и обгонял пехотинцев, и я артиллерист, обгонял своих разведчиков и связистов. И вот я бегу, стреляю по немцам отступающим, а они поворачиваются, стреляют по мне и по тем, кто бежит за мной вслед. Но мне-то удобнее было стрелять вперед, а им неудобно, поэтому они на нас не попадали. И вдруг я вижу колодец, цебер и старик высокий, худой, во всем изношенном, порванном, ну, я хотел сказать, мандировании, в одежде, вот, он держит на руках двухлетнюю девочку мертвую. Рядом с ним лежит багор, которым он достал ее из колодца, а там оказалось еще трое ребятишек, уже они утонули. И эта девочка была мертвая. И он, подняв руку вверх, кричал: «За что? За что?»